Стальной хват России. Привет большой. Вы даже не представляете. Вот это себе можно, наверное, позволить только большой IT-специалист с города Москвы, Ваня Тихонов. В воскресенье, 10 декабря, он утром вспомнил, что не откалибровался вице-адмирал. Он его схватил, прислал мне смс-сообщение, могу просто вам показать. Вадим Иванович, я выехал, встречайте. Приехать с Москвы, чтобы откалибровать вице-адмирала. Ребята, это высший пилотаж. Я просто в шоке, это честно. Вы сейчас все это увидите. Стальной хват России. Вице-адмирал. Этот вице-адмирал был куплен Ваней. Ну, как бы я думал, что он успокоится, но он не успокаивается. У этого вице-адмирала 3 семерки было усилие. Ну, я не знаю, конечно. Ребят, такого, конечно, статуса, чтобы добиться, это я не знаю. Вскочить в воскресенье, не выспаться, ехать калибровать вице-адмирала. 61 миллиметр. Ну, я вам объяснял, что вот эти все после запятой, это так, для, ну, скажем так, для какой-то дополнительной информации, которую можно не учитывать, в общем-то. 19-25. Ну, опять же, вот это видео получается для тех ребят, кто будет желать купить. 7,87, ну вот пружиночка 7,9. Сейчас мы с вами посмотрим калибровочку. Естественно, здесь никакого доглега я вот так буду в таком располагать форме. Ваня говорит, если сейчас окажется 7,77, Вадим Иванович, удваиваю стоимость этого эспандера. И плачу еще одну стоимость. Ну, я ловлю на слове. Вы свидетели, все, кто будет смотреть это видео. Если сейчас попадает 7,7, ну, 3 семерки, 3 топора, ну, я становлюсь богаче на 1300. Поехали. Договориться с техникой невозможно, ребят. То есть подогнать невозможно. Либо будет, либо не будет, называется. Эх, чуть-чуть я. Ну, 1300 пополам, да, Вань? Угу. Вот, слышите, Ваня сказал, угу, заплатит 650 рублей. 77,2. 77 килограмм этот эспандер. Ребят, ну, пожелаем Ване здоровья. В следующий раз, чтобы он еще что-то забыл, чтобы меня откалибровать и приехал и снял для вас видео. Всем пока, здоровья, встречаемся в обители.